Всем привет, с вами Андрей Ефимов, и сегодня мы продолжаем серию мастер-классов, посвященным пейзажам Измайловского парка культуры и отдыха. И сегодня нам потребуется уже стандартный для нас набор. Это коробочка пастели, мягкий материал в карандаше, мел и уголь. Ластик. И салфетки для растушевки. Итак, приступим. Перед началом каждой работы и набросок не исключение, следует иметь некую стратегию в виде примерной последовательности. В данном случае я бы советовал абстрагироваться от того, что это фасад сложного архитектурного сооружения, и обратить внимание на то, что изображение представляет собой набор светлых пятен на темном фоне. Поэтому первоначально я бы делал разметку и первые зарисовки мелом, стараясь сразу обозначить эти пятна. Что мне это дает? Теперь, когда я рисую углем, мне есть от чего отталкиваться, а за счет пятен построение становится более легкой задачей. Теперь вести рисунок я буду следующим образом. Расставлять светлые пятна, потом темные пятна, немного растушевки и уточнений, постепенно добавляя некоторые цвета. И так, пока рисунок не начнет удовлетворять мой взгляд. В этот раз наш объект рисования имеет красоту архитектурно-конструктивного характера, поэтому основные моменты приходится рисовать менее манерно и неряшливо, чем в предыдущих роликах. Обращаю ваше внимание, что белым я пользуюсь не в полную силу и с растушевкой, поскольку белым можно легко переборщить. По мере работы постепенно выделяется главное от второстепенного. У меня это центральные оконные проемы. Постепенно начинаем вводить детали и работать тонально. Обратите внимание, что работаю я одновременно со всем изображением в целом. При этом детали, которые прорисовываются, рисуются абстрактно. Скорее шум, а не конкретные объекты. Кое-что обобщаем, этим мы выделяем главное.
и добавляем немного контрастного белого. Я буду заканчивать. Всем спасибо за внимание, хорошего вам настроения, занимайтесь творчеством. До скорых встреч!